Задорная музыка, аниматоры в костюмах героев сказок Диснея привлекли внимание детей из нескольких дворов. Анна Бурундукова за 10 лет впервые на таком празднике. С удовольствием участвовала во всех конкурсах. Мне очень нравится, когда с нами аниматоры развлекаются, нам разные шутки шутят, загадки загадывают. Я участвовала в конкурсе, что надо было пролезть по туннелю и увидеть разных животных. В шоу-программе танцы, песни, занимательные конкурсы, веселые игры. Сказочные персонажи веселили детей. Тут разные клоны. Тут такое веселье, все играют, так развятся. И разные игры, но это прям так весело. Это лето как раз, веселье, пожите, это так классно. Мне понравился сам праздник, вот эта суматоха вся веселая. Мне понравилось абсолютно все, потому что я люблю дурачиться, хоть мне уже и 12 лет. Это очень забавно, играть с клоунами, с какими-то Микки Маусами. Веселый праздник разбавили яркими красками аквагрима. Рисунки дети выбирали самые разные – цветы, бабочки, образы животных. Анастасия Просолова привела на праздник дочь Софью. Ей всего 2 годика и 10 месяцев, но рисунок мама с дочкой выбирали вместе. Очень здорово, нам все очень понравилось. Да, Соня? Да. Да, и мнение ребенка говорит само за себя. Пока одни дети участвовали в шоу-программе, другие с интересом рассматривали сюрприз от пожарных. Мы приехали на свой пожарный машины для того, чтобы каждый ребенок мог посмотреть, что такое пожарно-техническое вооружение, примерить на себя костюм пожарного, одеть каску, сфотографироваться. Ну и еще будет конкурс, как себя вести в условиях задымления. Всем детям приготовлены призы. Владислав Шеврикука примерил настоящий костюм пожарного. Хотя Владиславу всего 9 лет, он уже выбрал будущую профессию. Хочет стать пожарным, тушить огонь и спасать людей. Мне нравится в ней то, что... То, что я как будто представляю себе, что я пожарный. Участие пожарных в празднике познавательно для детей. Ребятам напомнили о безопасности и осторожном обращении с огнем. Дети хотя бы учатся каким-то полезным вещам, смотрят, что это нужно, что это правильно. Ну и, надеемся, не будут глупости творить какие-нибудь, играться со спичками и баловаться зажигалками. Родители веселились вместе с детьми, помогали малышам в перетягивании каната. Победила дружба, а в каждом надутом воздушном шаре, отпущенном в небо, поселилось детское желание или мечта. Мне понравилось, что девочки танцуют. И еще понравилось, как девочки и мальчики надувают шарики. Мне понравилось, что мы знакомимся, узнаем в человеке плохое и хорошее, радуемся, играем вместе. Кого мы долго не видели, видим. Координаторы территориальных органов самоуправления номер 28 и 30 устроили настоящий праздник ребятам во время летних каникул. И такие праздники на курорте будут продолжаться все лето.